дорогие, отобрала 7 ароматов, которые пользуются наибольшей популярностью среди наших покупателей. И хочу вам их сегодня продемонстрировать. Хочу начать вот с такого вот аромата от компании Лави, белорусская фирма. Очень хорошее качество, 55 миллилитров, дневные духи, свечери называются. Вот такой вот красивый флакончик. Такой вишневый ликер, очень красивый аромат. В верхних нотах вишня, горький миндаль, ликер. В средних нотах вишня, слива, турецкая роза, жасмин. В базовых нотах бобы тонко, ваниль, корица, бензоин и сандал. Стойкость очень хорошая, рекомендую. Красивый шлейф дает этот аромат. Сладковатый, скажу сразу. Но сладковато-свежий, сами понимаете, да, как пахнет вишенка. Она пахнет немного сладковато-свежим ароматом. Рекомендую, советую. Для девочек, которые любят ароматы из 90-х, хочу порекомендовать вот такой вот аромат Jean Arthes от компании Jean Arthes Sultane называется этот аромат. Что здесь по аромату? Похож он чуть-чуть на Burberry, который был популярен именно в 90-х. Такой светлый флакончик, кто помнит. Свежий, красивый аромат. Немного сладковатый, не сильно сладкий. В верхних нотах черная смородина, бергамот. В средних нотах персик и жасмин. В базовых нотах ваниль, сандал, герань и лаванда. Красивый очень аромат, свежий, вкусный. Очень хорошо пахнет. Стойкость до 6 часов. Следующий аромат, который хочу посоветовать. А, да, первый аромат. Не сказала цену. 1247 рублей, 55 миллилитров. Второй аромат 1766 рублей. Это мне вот Оксаночка подсказывает, а то я забыла совершенно про цены. Следующий аромат, который хочу показать, это Крики. Вот так вот выглядит коробочка от арабской компании. Красивый флакончик, весь облитый золотом. Дневные духи 100 миллилитров. Похож аромат на Кирки. В верхних нотах у этого аромата маракуйя, персик, груша, малина. Прям такой действительно симбиоз таких фруктов, очень насыщенный. В средних нотах ландыш, а в базе мускус. Прям играет основную роль. Ваниль тоже есть, но она где-то на задворках. Пачули и гелиотроп. Но аромат более сладковатый, в сладковатую ноту уходит. Такой именно, я бы назвала бы его мускусным. Такой красивый фруктовый коктейль. Стойкость сумасшедшая, до 8 часов. Так что, ребят, рекомендую, советую. Очень классный аромат. 100 миллилитров, цена 2757 рублей. Напоминаю, условия доставки. При заказе от 3000 и выше, расходы по доставке мы берем на себя. Следующий аромат, который тоже у нас пользуется популярностью, называется он Monarch. Также от компании Миллистон Парфюм. Это арабская компания, очень классная. Вот так вот выглядит флакончик. И не смотрите, что флакон такой вроде как простой. Аромат на самом деле насыщенный, красивый аромат. Здесь именно розы. В верхних нотах итальянский лимон, в средних нотах турецкая роза. И в базовых нотах ваниль, белый мускус и кедр. Красивый, немного такой древесно-цветочный аромат. Красивая здесь турецкая роза. Кому нравятся ароматы с ароматом розы, прям рекомендую. Классный аромат, стойкость до 6 часов точно. Цена этого аромата 1758 рублей. Следующий аромат, который хочу посоветовать, называется аромат Нариса Фохио. Вот так вот выглядит флакон от компании Альхамбра. Дневные духи 100 миллилитров. Флакончик идет черного цвета, а коробочка идет розового цвета. Дневные духи 100 миллилитров. Красивый нежный аромат. Очень вкусный. Извините, мне тут что-то позвонили. В верхних нотах африканский апельсиновый цвет, асматус, бергамот. В средних нотах мускус, амбра. В базовых нотах ветивер, ваниль и пачули. Ну, тут насыщенный аромат пачули. Очень вкусный. Именно база здесь выбивается на первую, как бы сразу слышна. Почему? Потому что и бергамот, и апельсиновый цвет — это такие вот нежные ароматы. При нанесении они где-то 15 минут будут слышны, а потом это все уходит в красивые пачули.
вкусный очень аромат, стойкий, до 6 часов стойкость у него, флакон 100 мл, в общем, тоже классный аромат, пользуется у нас своей популярностью. И последний аромат, который хочу вам показать, это Black Origami, дневные духи 100 мл. Вот так вот выглядит коробочка. Цена его 2 399 рублей. Извините, что ушла с кадра, пришлось мне немножко опуститься, чтобы его увидеть. Этот аромат аналог Том Форда Black Ваниль, похож на него. Что хочу по нему сказать? Насыщенный, красивый аромат. Идет он унисекс, как для мужчин, так и для женщин. В верхних нотах трюфель, гортензия, бергамот, мандарин, лимон. В средних нотах орхидея, специи, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин, лотос. В базе шоколад, ваниль, ладан, сандал, ветивер и белый мускус. Ну, что хочу сказать. Немного такой более древесный аромат. Если вам нравятся больше такие вот как бы ближе к мужским ароматам парфюмы, пожалуйста, обратите на него внимание. Стойкость очень хорошая. Выдает такую вот именно древесную свежесть этот аромат. Красивый, необыкновенно. Немножко такой землянистый у него немножко запах идет такой. Специи дают немножко такую вот землянистую ноту. Очень красиво раскрывается. Стойкость до 8 часов. В общем, все, что я хотела, я вам быстренько тут рассказала. Жду от вас заказов. Всегда ваша Тамара.